Мособлархитектура согласовала проект выставочного центра, который будет возведен вдоль улицы Интернациональной в Одинцове. Это двухэтажное здание площадью около 1500 квадратных метров. Планируется, что в его стенах будут выставляться работы местных художников, скульпторов, а также проводиться мастер-классы. Ключевой деталью необычного облика сооружения станут прозрачные фасады, символизирующие гармоничное слияние объекта с окружающей средой.